Здравствуйте все! Я не могу передать словами, как я счастлив всех видеть, и как я благодарен всех вас за ту свободу, которую я сумел получить только благодаря вам, только благодаря гражданам Российской Федерации. Я уверен, что так же, как вы вытащили меня из тюрьмы, вы вытащите Россию из этой трясины. Вы сделаете свободной не только меня, вы сделаете свободной себя, всю эту страну, всю свою родину. Она будет вами вытащена из этого дерьма, в которое засовывает вот эта фашистско-путинская власть. Я уверен, что вы приведете эту власть на то место лобное, историческое, на котором она должна получить свой ответ в соответствии с этим предназначением этого лобного места. Я думаю, что обязательно эта страна, этот народ сбросит вот это вот совершенно ненавистное, совершенно ненормальное иго, совершенно непонятных, по-моему, просто немножко ненормальных абсолютно лиц, которых не хочется называть людьми. И что именно благодаря вам вся страна и станет свободной, и обязательно доведет этих преступников до того суда, который они заслужили. Браво вам, браво, граждане! Дорогие друзья!